17 игр. У них было сыграно 24 очка в активе подопечных Алексея Кравченко. Ну и это новый игрыш состава для участия уже в других международных соревнованиях. У нас практически все готово к нашему поединку. Передача Мираевского открыл счет. Ну и потом все перевернулось с ног на голову. Где Мирчук. Но мне кажется, большую плотность футболистов все-таки идет к тому, что все-таки будет подача. Нет, прямой удар, опасно, отбивает перед собой Матысюк. И продолжается атака от Бупрома. Передача назад, Велисевич. Велисевич, может быть, сейчас получится удар выше ворот. Передача налево. Набирает скорость Халимончиков по левому флангу. Халимончиков, подача в штрафную. Макаев, удар головой, 1-0. Бупром забивает и... Макаев в очередной раз выводит свою команду. Забивал он уже в прошлом туре Слониму, забил он победный гол. Но вот сейчас с подачей. И, конечно, не совсем понятно было, почему Никита Матысюк все-таки до этого мяча не дотянулся. Мне казалось, уже заранее было видно, что Халимончиков будет навешивать, что Макаев будет замыкать. Но давайте на повторе вместе с вами разберемся, как все-таки это все происходило. Вот Халимончиков уже в полных составах играет. Команда Мираевский на правом фланге. Давно не было слышно про Мираевского. Простреливает штрафную. Здесь уже Матысюк. Но вот сейчас слева будет подавать. Показывает то, что будет верховая подача. Мяч летит в штрафную площадь. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой курьезный гол оказывается в воротах юниорской сборной 18. Мираевский прямым ударом с углового забивает и делает счет 2-0. Вот это да. Вот это да. Классный гол, и который наверняка порвет воображаемый топ голов первой лиги. Давайте еще раз посмотрим. Мираевский. Мираевский прострел. И мяч катится рядом со штангой. Возвращаемся в эфир. И сразу же стартует у нас второй тайм под контролем УФФ 17. И 2-1 счет становится. Сокращает отставание юниорская сборная. Все-таки... дожали Бупром. И, судя по всему, автором забитого мяча становится Максим Александров. Давайте на повторе посмотрим, как... идет передача на левый фланг. Микаев, удар по воротам. И рядом со штангой. Шевченко дает передачу назад. И здесь опасно может получиться. Макаев, удар по воротам. Сейф в исполнении Никиты Матысюка. И можно здесь даже попробовать ударить на очень выгодной позиции. Александр Дзержинский, 2-2, счет становится, сравнивает юниорская сборная счет. Вот это выстрел из-за пределов штрафной, и Бупром пропускает. В принципе, от подопечных Алексея Кравченко да ничего такого сверхъестественного не требовалось. Просто как-то удержать, может быть, этот счет на последних 10 попытку атаковать уже по левому флангу. Мы пока видим, что атаки немного застопорились, но может быть сейчас что-то опасное получится. Макаев. Макаев с мячом уже вблизи штрафной площади. Удар по воротам. Отбивает перед собой Матысюк. Период компенсированного времени, думаю, будут добавлены, что пойдет на пользу Бупрому. Но нет, заканчивается основное время матча. Я думаю, что это положительный результат для юниорской сборной 18. Ну и, конечно же, отрицательный для Бупрома.